Несмотря на выходной день, в Павловском парке на Тутаевском шоссе с самого утра было многолюдно. Около сотни ярославских активистов трудились на субботнике. Мусор, который годами заполонял лес и пляж, наконец-то был собран, рассортирован и вывезен. Это акция национальная, называется «Семь рек». И в рамках этой акции как раз мы проводим вот данное мероприятие по очистке реки Волга. Подобные субботники уже прошли на берегах Енисея, Амура, Невы и многих других. В Ярославле акция состоялась впервые. Борцы за экологию разделились на небольшие группы, каждая из которых убирала свой участок парка. В одной из таких групп оказались и футболисты Шинника. Да, Равенса. Мне только вчера звонили, мне сказали, да, согласны. Очень хорошая погода для такой уборки. Не убирает мальчишка Волга. Павловский парк был выбран не случайно. Участники акции посчитали его наиболее неблагополучным по степени загрязненности. Многие активисты пришли с детьми, чтобы на деле показать подрастающему поколению, что мусорить нехорошо. Я убираю мусор вроде таких бутылок. Так, и эти бутылки сначала собирали там, тут. И там. Особенно очень важно, что мы сейчас мусор собираем раздельно. То, что они поедут не на полигон, а часть мусора пойдет в переработку, это действительно очень важно. В результате с территории парка было вывезено несколько грузовиков мусора. Организаторы пообещали, что это только начало, и подобные субботники будут проходить регулярно. Ксения Рулева, Денис Сахаров, Я. Новости.